Приветствую, ребят. Хочу такой ролик краткий записать, потому что сегодня только что поступил звонок, и оно все поднялось, потому что уже как-то улеглось, забылось и так далее. Ну, скажу краткую предысторию, что делал еще раньше, уже, наверное, год или сколько назад, ролики на тему и показывал какие-то примеры, что Яндекс забрал какую-то часть работы и довольно большую. Но потом начали писать комментарии, что вот мы работаем, ну некоторые, вот мы работаем, Яндекс типа ничего не это, как, ну такие разные комментарии. Хочу вот привести сейчас пример, потому что говорю, вот этот именно звонок был. Пример такой, что звонит женщина, ей надо с одной квартиры забрать холодильник 2 метра высотой, многие... Ну, заказчики хотят, чтобы эти холодильник везли стоя, то есть машина надо не менее 2 метров, и то 2 метра, если 2 метра холодильник, 2 метра он не влезет, значит машина должна быть высокая, там 2.10, 2.20, потому что лежа мало кто хочет, в основном хотят, чтобы она в холодильнике ехали стоя. То есть забрать этот холодильник, его как-то, он большой, где-то там пронести, впихнуть в лифт. Она сказала, что там с трудом, но влазит, но как-то впихнуть в лифт, допустим. Спустить, загрузить машину, поехать на другую квартиру, там поднять этот холодильник. И забрать оттуда другой холодильник, привезти обратно и занести в квартиру. То есть обменять эти холодильники местами. И говорит, сориентируйте, сколько это стоит. Я ей посчитал. Хотя тарифы, я считаю, что очень, ну, минимальные. То есть я ей посчитал, машина 4 часа работы, то есть минималка у нас 4 часа, это стоит 3000 рублей. И 2 грузчика нужно, каждый будет по 1500 рублей. То есть 3000 грузчики, 3000 машина, 6000 рублей. Она, ой, что-то у вас так дорого, поищу я подешевле. Ну и уже прошел час, наверное, она так и не перезванивала. Вот, к чему я такую историю рассказал? Да, к тому, что раньше звонили такие клиенты, и было такое, что даже цену не спрашивали. Либо спрашивали цену, ты называл какую-то цену, по тарифам мы называли, но мне кажется, можно было и больше. И они даже без раздумий соглашались. То есть как-то было все так, и была какая-то средняя цена по Москве, а сейчас Яндекс сделал свои тарифы какие-то там за 1000 рублей и так далее, что за 1000, 2-3, там, ну, еще с грузчиками, что, конечно, это нам как бы не особо интересно, мне такие заказы не интересны и не нужны, там, за 3000 машина и 2 грузчика работать, кто будет за такие работать, но Яндекс работает. И к чему я это все говорю? К тому, что раньше таких заказов было много, очень много. То есть было по 3, по 5 переездов в день. То есть особенно суббота, воскресенье, там вообще доходило до 7 переездов в день. Таких маленьких, типа перевести холодильник, перевести то. Поэтому и зарабатывали мы тогда, я говорю, зарабатывали по 10, по 15 тысяч. Вот так выезжаешь с грузчиком, я грузчик, другой грузчик, выезжаем, там 3-5 заказов сделали, он там свою пятерку заработал, и я там 15 бывало, 20 бывало, ну 20 нет, наверное, и 5 заказов, ну тарифы были там чуть другие. Сейчас 3000, тогда было 2000 минималка, то есть 10 тысяч за машину и, грубо говоря, там 5 тысяч за грузчика, то есть 15 тысяч. И так далее. А сейчас вот звонят реально, вот этот звонок был, я уже не знаю, когда последний раз, но, наверное, месяца 3 назад был звонок подобного типа, то есть сейчас даже не звонят, то есть все пользуются Яндексом, приложением, там все раз заказал и так далее и тому подобное. Ну, вот так вот. Так что свое мнение пишите в комментарии, но я считаю, что вот такую часть работы, которая, даже если сейчас много работы или хватает работы, то ее было больше, и, ну, когда больше работы, я думаю, тогда она лучше, есть выбор какой-то и так далее, потому что кто еще может быть как-то там зацепился и какую-то работу имеет, многие эту работу не имеют, то есть многие сидят и ездят там день через день там и так далее и тому подобное, извиняюсь. Так что вот такие дела. Пишите свои комментарии, на этом все, всем пока, до скорого.